На сцену приглашается председатель Совета депутатов городского поселения Руза Галина Михайловна Ницак. Уважаемые избиратели, дорогие гости! В соответствии со 131 законом Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления, уставом городского поселения Совет депутатов представляет вашему вниманию отчет о проделанной работе за 2015 год. В предыдущем отчете я говорила о составе Совета, его структуре, постоянных комиссиях и о том, как строится работа Совета и каждого депутата. Поэтому перейду сразу непосредственно к отчету. За 2015 год Советом проведено 18 заседаний, 6 из которых внеочередных, было рассмотрено 78 вопросов. Учитывая, что к исключительной компетенции Совета относится рассмотрение и утверждение местного бюджета, а также осуществление контроля за его исполнением, депутаты всегда очень внимательно относятся к вопросам его наполнения, соблюдения его социальной направленности. Бюджет 2015 года социально ориентирован, то есть более 23% всех бюджетных расходов занимают расходы на культуру, спорт и социальные вопросы. Около 25% занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Более 21% всех расходов направлены на вопросы благоустройства нашего города, 15% на содержание автомобильных дорог. В прошедшем году основными источниками формирования доходов бюджета на 85% являлись собственные налоговые и неналоговые доходы и на 15% безвозмездное поступление из бюджета других уровней – субсидии и дотации. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в течение отчетного периода депутатами осуществлялись корректировки бюджета, их было 4. При этом необходимым условием рассмотрения изменений являлась обоснованность планируемых затрат. Из бюджета города финансируются и работают для населения такие муниципальные учреждения, как городская библиотека, спорткомплекс Руза, парк «Городок», а с июля 2015 года действует муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству. Выбор правильного направления и тесное взаимодействие с администрацией города дали свои плоды. Сегодня с удовлетворением можно констатировать, что поселением выполнены основные приоритеты. Выполнена программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Создано МБУ благоустройство, о котором я говорила, и на которое мы возлагаем большие надежды в решении городских проблем в области благоустройства. Капитально отремонтированы кровли многоквартирных домов, ведется комплексное благоустройство дворовых территорий города, укрепляется материально-техническая база стадиона, библиотеки и городка. Мы рассчитываем, что 2016 год станет поворотным в вопросах формирования нового облика нашего города. Сегодня депутаты уверены, что ко дню города у нас будет пешеходная улица с полной инфраструктурой, архитектурно-художественная подсветка исторических зданий, расположенных на главной улице города, с последующим расширением территории. Продолжится работа по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Будет, наконец, построен общественный туалет на площади Партизан и, возможно, на стадионе. Получит продолжение программы переселения из аварийного фонда и так далее. Я не буду подробно останавливаться на этих вопросах. Юрий Владимирович достаточно полно охарактеризовал их. Скажу лишь, что эта деятельность администрации поддерживается Советом депутатов. Важное место в работе депутатов в отчетный период занимала работа по подготовке устава городского поселения в новой редакции. Необходимость принятия нового устава возникла в связи с тем,
что с 2005 года федеральный закон номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления и законы Московской области внесено много изменений и дополнений. И если эти поправки вносить в действующий устав, с ним было бы тяжело работать. Поэтому советом было принято решение о подготовке новой редакции устава. Для его подготовки была создана рабочая группа из числа депутатов, администрации и общественности города. 26 ноября 2015 года проект устава был принят на заседании совета. 21 января текущего года состоялись публичные слушания. В настоящее время устав направлен на регистрацию в Минюст. Хочу особо подчеркнуть, что наряду с тем, что настоящим уставом учтены практически все изменения действующего законодательства, рабочая группа учла предложения жителей города. И теперь наряду с полным наименованием муниципального образования «Городское поселение РУЗа» равнозначное значение имеет название, историческое название «Город РУЗа». И его можно и нужно использовать в документах. Это определено настоящим уставом. Должна сказать, что в отчетный период Совет депутатов много занимался вопросами формирования нормативно-правовой базы. Так, на всех заседаниях обязательно одним из вопросов рассматривались нормативные документы. За отчетный период были приняты такие документы, а также изменения к ним, как правила благоустройства городского поселения, положение о порядке выдачи разрешений на вырубку деревьев и кустарников в расчете компенсационной стоимости зеленых насаждений, об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, об утверждении перечня знаков отличия города и принятии положения о них, о принятии положения о народной дружине, об обращении к губернатору Московской области с ходатайством о присвоении городу почетного звания «Город воинской доблести», о принятии порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления городского поселения и русским муниципальным районом о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и другие. Большое внимание в работе уделяется вопросам, направленным на решение социальных проблем, таких как обеспечение доступа граждан к местам общего пользования, о состоянии и развитии спорта, об организации мелкорозничной торговли, о подготовке к зиме жилого фонда и другие. Более того, на каждом заседании обязательно заслушивается информация в качестве контроля за ходом исполнения принимаемых депутатами решений. Так, неоднократно Совет возвращался к вопросам проведения капитального ремонта объектов жилого фонда, включенных в региональную программу Московской области на 2014-38 годы, об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, о создании условий и об устройстве мест для массового отдыха жителей, выполнению утвержденного плана мероприятий по исполнению наказов избирателей. Должна сказать, что несмотря на постоянный контроль, не все решения выполнены. Особенно это касается наказов избирателей. Причин здесь несколько. Это и сложности решения, и недостаточность бюджетных средств. Эти вопросы мы не снимаем с контроля. Не снят с контроля и вопрос организации городских автобусных маршрутов. Кроме того, на своих заседаниях депутаты постоянно заслушивают вопросы информационного характера. Так называемый час администрации. За отчетный период на заседания приглашались различные областные и районные структуры, такие как ОВД, соцзащита, административно-техническая инспекция, управление образования, ЦРБ, отдел по делам несовершеннолетних, Мосавтодор, отдел культуры и другие, руководители которых информировали о состоянии дел на территории города в сфере своей компетенции, и где депутаты задавали вопросы и давали рекомендации по улучшению или изменению ситуации. Уважаемые избиратели, в рамках своих полномочий депутат города, наряду с другими, обязан участвовать не только в заседании Совета, а также в работе постоянных комиссий, регулярно вести прием граждан и своевременно рассматривать их обращения. В соответствии с регламентом, с
все наши депутаты работают в комиссиях. Их 5, на заседаниях которых тщательно, совместно с администрацией, прорабатываются и готовятся проекты решений по всем вопросам, вносимым в повестку дня заседания. Таким образом, депутаты не только непосредственно участвуют в подготовке проектов решений, но и несут ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений. Поэтому не всегда предложения структурных подразделений администрации находят однозначную поддержку депутатов. Как я уже говорила, неотъемлемой частью деятельности депутатов является работа с населением. Все депутаты осуществляют личный прием граждан. График ежегодно утверждается на совете и публикуется в средствах массовой информации и на городском сайте. За отчетный период к депутатам обратилось более 120 жителей города, в том числе к председателю 32. Вопросы, просьбы были различного характера. Проблемы коммунального хозяйства, ремонта жилья, переселения, уборки территорий, благоустройства, выделения земельных участков, состояния воинских захоронений и так далее. Кроме того, представительный орган совета поступило 36 письменных обращений, это больше, чем в предыдущий период. Депутаты принимали также активное участие в общественной жизни города, участвовали в различных акциях, субботниках по благоустройству, знакомились с производственными коллективами города. Советом планомерно велась работа по предоставлению наших нормативных документов Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, а также в прокуратуру для оценки правомочности принимаемых решений. Таким образом, подводя итоги деятельности городского совета депутатов третьего созыва за 2015 год, можно сказать, что прошедший период был напряженным и плодотворным. Совет депутатов доказал свою способность и профессионализм в решении стоящих задач, свою активную жизненную позицию и желание работать на процветание нашего любимого города, обязательно учитывая и отстаивая интересы своих избирателей. Уважаемые избиратели, коллеги, завершая свой отчет, остановлюсь еще на одной важной задаче, уже наступившего 2016 года. Впереди большая политическая кампания, выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Наша задача – обеспечить максимально открытую предвыборную кампанию и безусловное общественное доверие к результатам выборов и их твердую легитимность. Желаю всем нам и дальше слаженно и дружно работать в тесном взаимодействии с администрацией и избирателями на благо нашего любимого города. Спасибо. Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения Руза за большую работу по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне награждается Войдаков Эдуард Михайлович, войсковой отряд «Надежда». За плодотворный труд, большие успехи в вопросах финансового обеспечения местного самоуправления города награждается Пономарева Вера Владимировна, заместитель главы администрации городского поселения. За большой вклад в разработку городских проектов по программе «Облик города» награждается Тихонов Сергей. Большую работу по военно-патриотическому воспитанию школьников и подготовку музея к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне награждается Сапегин Юрий Владимирович.